Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Ну что, зайдем на тренировочку и заберем нашу команду. Кто-то меня спросил: Рэй, почему ты не играешь вот этой командой? Ребята, она у меня тренируется. Последняя вот эта команда, она у меня стоит на тренировке. Поэтому ей нет смысла без прокачки играть. Так, зайдем на арену, получаем с тобой 21 карточку Санты. И... призрак, черепаха, жаба с молотом и монетки, плюс купол. Так, новый сезон, друзья мои. Так, это у нас будет здесь разыгрываться 15 карточек пряничного домика. Так, подожди-ка, давай-ка мы, наверное, да, возьмем этот отряд. И, как всегда, начинаем с фехтовальщика. Он пойдет у нас первый в поединок. Первый, как говорится, и... его здесь одного будет достаточно. Сейчас всех тут раскумарит. Щух-щух. Отлично. Так, ну что. Оп, все, ребят. Замок уничтожен. Так, кто-то говорил: Рэй, покажи свою статистику. Вот, ребята, статистика. Выигранные битвы 6221. Портал 201. Я не знаю, что это такое. Вот это вот. В принципе, и все. Вот такие вот составы у меня стоят. Надеюсь, теперь больше не будет каких-то там просьб. Покажи, докажи. Так, что у нас в армии? А в армии у нас тишина. Так, на ежедневном испытании разыгрывается ползун. Слушай, а ползун же у нас... ползун у нас, по-моему, Ага. Не прокачан, друзья мои, ползун у нас. Так что надо идти. Ой, вспомнил я, блин. Вот это, ребята, трэш. Это плохо. Блин. Так, вспомнить бы, как я проходил-то это событие. Сейчас уже и не вспомнишь, если честно. Помню, что фаербол надо будет применять. Это я вот точно помню, ребят. Сейчас камикадзе выйдет и всех уничтожит. На тебе. Еще вытворяет. Суходрищев. Так, ну, я так понимаю, мне нужно еще дожить до одного фаербола, и тогда у нас все будет нормуль. Да, рыцаря не так легко уничтожить. Единственное, что да, он погибает от яда. Ну что, первая победа здесь, как ты видишь, за нами. Забираем сундук. Эх, ползун, ползун. Прокачивать тебя... фиг знает сколько еще. Так, ну что, выбор невелик, как ты видишь. Поэтому берем все, что у нас есть. И та же самая, ребята, схема. Абсолютно, один в один. Так, пошел у меня рыцарь. Дальше мечник. И все вот в таком вот режиме, ребят. Да-да-да, он тоже применяет притягивание. Давай-давай-давай, родной. Так, нормально. Угу. Фаербол. Ну, удар еще один. Готов. Прекрасно. Ну что, забираем еще карточки на ползуна. 13 штучек. И добиваем это событие уже окончательно. Раз, два, три. Погнали. Сейчас мы его добьем. Ползун нам нужен, ребят. Он против Ронина должен заходить на ура. Просто на ура, ребят.
Да и не только против Ронина, вообще много против кого он будет заходить. Ага, шикарно. Блин, тут, конечно, рыцаря моего подбили. Давай, выпускаем. Есть, все. Все, друзья, событие пройдено. Забираем остатки роскоши. А именно 8 карточек на ползуна. Все. Больше мне здесь ничего от вас не надо. Теперь переходим в бой. Ребят, сколько нам там? Ага. Кстати, не так уж и много нам тут осталось бродить. А что если я возьму этот отряд? Хотя тут... Нет, можно взять. Можно взять. Против крестьянина, я думаю, устоим. Даже если мы вызовем фехтовальщика, будет все норм. Но он может грифу сейчас позвать. Вот это будет хуже. Он, наверное, грифона позовет. Не, он вызвал паладина. Ауч. Да ладно, блин. Так. Джаггер. На тебе клетку. Посиди там, подумай о своем поведении. Я еще вызываю, ребята, одну баллисту. Ну, в принципе, да, нифига она там очень, кстати, больно бьется. Давай, Джаггернаут, выходи. Так, он еще одного паладина вызвал, а ты посмотри. Ну, клетка по ним плачет. Вот однозначно, ребят, клетка по ним плачет. Вот и все. Давай, руби. У меня даже этот ожил, который тут сломанный был. Сломанный был, он починился и пошел в бой. Так, ну что, у нас последний здесь поединок. Епископ. Собственно, персона у нас тут будет. Как бы мне с ним справиться? Через какой отряд? Не, я могу, конечно, взять топовый наш отряд. Но он просто здесь их всех разнесет в клочья. Он на лоскутки провет. С этим отрядом лучше не шутить. Так, ну что, Рунин, ты готов? Не, давай тогда не так сделаем, а вот так. Рунин, ну ёк-макарёк, я думал, ты, как всегда, с разбега. На, стоит там, лыбится мне. Грифа, и ты получишь сейчас свое. Сполна. Взял летучую мышь, меня уничтожил, а? Такой довольный, вызвал. Ну давай, хмырь маленький. Посмотрим, кто кого. Сейчас мы посмотрим, кто кого здесь. Ну и чё? Все, припух. Да, припух, конечно, ребят. Проще пареной репы, как по мне. Замечательно. Ну что, забираем награды. Сундук подданных. Что нам тут выпадает? Это все у нас прокачано. А вот и территория нежити. Так, наверное, я начну вот с этого отряда. У него здесь страж и жаба с пушкой, да, получается? А зачем мне тут тогда зомби нужен? Ладно, пускай будет. Начнем с паладина, скорее всего. Паладин пойдет первым. А прикрывать его будет кто? Садник на журавле, наверное. Давай, взрывайся там. Хорошо-то как, а? Хлопнул прям в серединочке там у них.
Так, паладин не удерживает, ребят. Упал. Ну, это ничего страшного. Сейчас еще одного всадничка вызовем, и все у нас будет окей. А что он рассчитывал, что я буду на него стоять и любоваться? Конечно же нет, ребят. Конечно же я буду его бомбить. Так, ничего менять абсолютно не буду, потому что здесь прибавляется всего лишь навсего 3 тонн. Тритон только лишь хорош, ребят, когда стоит сзади танков. Вот тогда тритон хорош. А когда он остается один на передовой без подкрепления, он ватник. Он просто становится ватником. Так, вызываем паладина. Что-то как-то... Надо, наверное, притягивать их. А то знаю я вот эти вот их не выкрутасы. Это щиты что-то вешает. Давай, 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 давай. Опа, нет тритона больше. Тритона больше нету. Я еще успел и друидку призвать. Как тебе такой расклад? Давай еще одного всадника позовем. И зомби. Да тут уже все, ребят. Тут песенка их спета. Офигенно. Друидка — это мощь. Хочется мне, конечно, ее прокачать по полной программе, ребята. Так, ну что у нас тут? Блин, бородавочник. Ё-моё. Это да, ребят. Бегун еще тот. Поэтому, наверное, его в первую очередь отправим. И сейчас нам нужно на паладина накопить. Он выйдет, выйдет. И у него сразу же, ребята, у него разбег. Ну ты посмотри, а. Нифига, он выжил. Мой щитобот выжил. Вот это да, вот это круто. Так, сейчас, 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 сейчас мы сделаем. Вот так вот. Чтобы им пусто было. Ну... Ну вы серьезно, что ли? Е-е-е, молодец, зомби-камикадзе. Дал там дрозда им. Страшно довалить. Конвейер, квест завершен. Давай, 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 давай. Есть. А он там в отравлении стоит, в яде. Урон получает. Давай, зомби, успевай дойти. Так, ускоримся, наверное, чуть-чуть. Ой, шикарно. Просто зомби-камикадзе подходит и делает массовый взрыв, уничтожая всех практически, кто там стоит. И у нас предпоследняя миссия. Тут хищнец. Блин, хищнец. Как быть? Блин. Ладно, я попробую. Ну, хищнец, ребят. Вы ведь понимаете, что он сейчас будет просто бежать и терроризировать меня. И мне нужно сейчас накопить. Сам понимаешь, на кого. Давай. Ты лич. И вот все вот таким вот образом, ребята, будет у нас дальше идти. Да что там за кипиш-то, не могу понять. Нифига себе, ниндзя, как молодец, круто сделала. Блин, щиты вешает. Давай, 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 давай. Сейчас мы их там пережучим. Вот такой вот, ребята, у нас ползун. Маленький, шустрый и очень убийственный жучок. Квест забрали. И последний тут у нас этап. Смотритель.
Нет уж, я со смотрителем не готов, ребята, в чистую драться. Давай-ка мы возьмем наш супер-пупер отряд. Я и то помню, ребят, когда я даже супер отрядом играл, этот смотритель захватил, по-моему, у меня ведьму, и они вдвоем пошли против меня. Вот это было, конечно, жесть. Хорошо, что я забыл про бородарь. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, он сейчас перепрыгнет. Ну, тут подстраховка есть, слава богу. Блин, ну бородавщик, конечно, с удара, ребята, сносит. Ронин бежит. Есть контакт. Ну что, успеем завалить? Конечно, успеем. Тут такая подмога пришла, что мама не горюй. Так, а мы забираем награды наши. Жаба, ага, лорд пустоты и бородавочник. Ну что, ребята, а здесь нам выпадает этот есть. Так, лорд пустоты и башня рощи. Ну что, друзья, переходим на новый портал. Нас тут встречает территория нежити, нефритовая долина, завод роботов, долина защитник... Ой, этих... Ну да. Потом нежить и все. Так, ну что, тогда давай начнем. Зомби плюс камикадзе. Я начну вот с этого отряда. Ну куда ты, куда ты бежишь, а? Паршивец ты такой. Ну блин. На тебе. Ох, ё. Блин, какой-то. Давай, ниндзя. Этого хлопнем. Посмотри, прям какущая огромная проблема-то у нас, а? Прям огромная проблема. Так, две ниндзи у нас уже. Ну, две ниндзи — это сила. Готов. Замок в щепки разлетелся. Так, дальше. Сразу же, ребята, без остановки идем. Ох, ё-моё. Здесь уже когтистого. Сразу же, на второй волне вызывает когтистого. Блин, ну я так не играю. Ну куда ты? Идет он мне здесь, понимаешь ли. Так, ниндзя, прикрывай тылы. Ауч. Давай, есть. Да, мы тут, конечно, немножко дрейфанули, но... Да иди ты, вмешаешься мне тут еще, хламон несчастный. Блин. А хотя нормально, ниндзя даже когтистого, ребята, вырубает с полтыка. Так что все отлично. Все вообще великолепно. Даже лучше, чем я ожидал. Фу. Ну тогда до свидос. Кальвадос. Нормально. Так, ребят, ну что? Мы едем дальше. Мы едем дальше. И у нас тут банши. Крикуни это. Ненормальная. У нас это ненормальная крикунья здесь будет. Поехали. Так, мне бы, знаешь, что надо? Надо бы мне позвать ниндзю. Да, истеричка вон там вышла. Ты серьезно сейчас? Блин, станет. Да оралась горлопанка. Блин, ниндзя очень много получает урона от отравления, ребят. Ну что, бомбанем, наверное? Зря я так, конечно, сделал. А с другой стороны, что мы теряем? Да ничего.
Вот и все. Вот мы здесь и прошли. Так, двигаемся дальше тогда. Предпоследний этап здесь. Ой, вот тут, ребята, уже не проканает эта штука. Здесь, наверное, придется так. Прыгун. Тут вся проблема в прыгуне. Зомби-камикадзе, наверное, может его как-то придержать. Наверное. Что вот я сейчас сделал? Вот скажи мне, пожалуйста, на милость. Ач, он пробьет. Все, ребят, фейл. Хотя, подожди, почему фейл? У нас же есть друидка. Друидка может залечить нам наш замок. Понимаешь ведь, да? Вот и все. Вот, ребята. И нормальненько у нас. Блин. Ты посмотри, что вытворяет. Совсем оборзел, а? Вот правильно, бейте там. Да как так-то? Блин, ребята, мало времени. Зомби-камикадзе как-то почему-то прошел мимо прыгуна. Я даже не понял, почему и как он так пробежал. Друидку ушатал, прикинь. Ну и хана его замку. Вот так вот, ребята. Последний этап. Тут жнец. Ну что же, друзья, беру свой топовый отряд против жнеца. Тут, извините, на халявку не получится. Тут надо бомбиться. Так, идут, да, значит, идут горлопаны. Давай сделаю так, наверное, и выпущу чумнуху. Не, Ронина. Оп, она даже крикнуть не успела. Хотела что-то там вякнуть, но не успела. Да иди ты в пень, а. Так, ребята, он взял прыгуна. Красавчик Ронин. Но если бы он бы прыгнул с истерикой, Ронину, конечно, бы не повезло. И прыгун бы его разорвал. А так у нас все получилось. Все очень даже хорошо. Так, забираем награду нашу. Это все у нас прокачано, ребята. И переходим на территорию Нефритовой долины. Ой-ой-ой-ой-ой. Твою налево. А я успею, по-моему... Я не знаю, ребят. Мне знаешь, что нужно? Мне нужно вызывать тогда паладина, получается. Нет, ребят, я не успею паладина вызвать. Я не успею, блин. Вот это нам повезло, друзья. Вот это называется истинное везение. Я и Ронину бег сбил. И вообще все, вообще великолепно просто. Ты глянь, как у нас замечательно все вышло. Хе. Я даже сам не ожидал. Вот такие вот дела. Камикадзе-зомби зашел такой в дом и просто рванул. И полетели клочки по закоулочкам. Так, второй этап. Твою-то дивизию, ребята, у меня... Здесь нет энергии, вот здесь вот ползун.
Сможет ли ползун... Мы же, по-моему, проверяли, да? Ползун не успевает Ронина уничтожить. Но зато есть у нас каменный голем, терракотовый воин. Иди отсюда, выбежал, блин, псих недоразвитый, блин. Все мне планы тут испортил. Да-да-да, у нас тоже есть такой же. На тебе. Так, ну тогда нам надо ниндзю в помощь вызывать. Ну и чё? Все? Приплыл, роднулька? Будешь знать, как на нас наезжать. Давай, 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 ты ракоша, я верю в тебя. Ну-ка. Замечательно. Квест завершен, командир. Опа. Замечательно. Так, ребята, идем на третий поединок. Ой-ой-ой-ой-ой. Тигр, Ронин и всадник на журавле. И все это в одном флаконе. Блин, ну тут только так, ребята, брать. И у меня других идей даже нету. Опять же, если сейчас у него Ронин быстрее будет, то... Я получил урон. Все, ребят, ускоряемся. Иди ты нафиг отсюда. Во всем виноват вражеский Ронин. Вот что я тебе скажу. Не надо мне следующий этап. Ну, даже если я возьму здесь, ну, кто тут у нас, ребята, может против Ронина встать? Ну кто? Ну, Джиггернаут я не успею призывать. Хотя, если так, то можно еще, ребят, успеть. Он же опять сейчас вызовет. Слушай, ну хорошо, что хотя бы он выходит не спеша. Это плюс для нас. А вот это вот минус. Сейчас, если душа полетит... Она полетит! Она полетит, ребята, конечно же. Ай, бесявый, а. Ну вот, опять этот охламон, блин, вышел, ребят. Давай в клетку и всех. Сейчас опять душа вылетит мне. Я больше уверен. Но это вот, это разве, ребят, справедливо, а? Конечно же нет. Постоянно у него тигр, когда умирает, вылетает вот эта вот душа. Это бесит. Просто бесит. Ну что, давай дальше тогда двигаться. Ёк-макарёк, еще и Вуджин нам тут не хватало, а? Да-да, Вуджин появляется здесь. А чё я на расслабоне сижу, главное, как будто здесь никого нету. Там же Ронин у него есть. Опа, опачки, пошел, пошел, пошел. Давай тогда баллисту возьмем. Ох. Да. Опа. Досвистелся, свистулька. Да-да-да-да-да. Вот это, ребята, не очень хорошо. Сейчас она освободит. Сейчас она может освободить. Там Вуджен, я смотрю, уже бомбит вовсю.
Давай так сделаем. Сразу двоих. Нормально. Закумарили ребятулик. Так, баллиста, блин. Ну какого лешего-то, а? Да твою, блин. Фью. Что там происходит-то? Блин, там трэш какой-то происходит, ребят. Нафига ты баллисту вызвал, Рэй, если там бомбит это чувырл издалека, ну... Вот ни ума, ни фантазии нет, ё-моё. Давайте вот так вот все в обратную сторону. Есть. Ребята, у меня 10 секунд времени осталось. Что я тут успею сделать? Ничего. Где я так сфейлиться мог, успел? Я не пойму, ребят. Все, короче, ускоряемся. Так все было хорошо. Все так шло идеально. И на тебе. Че, придется, наверное, брать нам топовый наш отряд. Ну а что делать, ребят, еще? Больше никаких идей нету. Главное, чтобы у него Ронин вышел нормально. Не бежал как псих. А, у него же этот, точно. Терракоша. Вот мой шуршит. Бумс. На тебе. Все, кранты. Дошуршался. Так, ну теперь последняя глава. И бог ветра здесь. Бог ветра, ё-моё. Я могу, конечно, ошибиться, но мне кажется, что... Сейчас выбежит. Нет, смотри-ка, не выбежал, ребят. Он не выбежал, он вышел. Спокойненько себе. И мой тоже спокойненько вышел. Даже не бежит. Так, Ронин, давай, выходи. Давай. Пробивай. Ну, есть. На последнем ударе. Ушатали мы замок. Ну что, награду забираем, ребят. А, тут у нас богиня солнца, всадник на журавле. Короче, ничего такого заурядного. Так, территория фабрика роботов, короче. А у нас вот здесь еще есть, да? Две энергии получается. Две энергии здесь и одна энергия здесь. Я не знаю, ребят, против... Ну ладно, что там щитобот будет, это фиг с ним. А вот как нам быть... Против толкателя. Зомби-камикадзе нам там точно не поможет. Это я 100% говорю. О, а застанил чувачка. Молодец, красавчик. Смотри-ка, он его станет. Толкатели-то этого. Молодцы. Ух, шикардос. По-моему, тут побед за нами, ребят. Да. Найс. Так, переходим на вторую волну. Так, а что у нас тут все? По энергии кисленько все. Так, ну здесь кто пойдет? Ну, наверное, я понимаю, Джиггернаут будет у нас основным. Потом
призвать можно будет, в принципе, баллисту. Попал же, а? Блин, ну толкателя позвал. О, видишь, что толкатель делает? Толкает, что он должен, в принципе, делать? Хорош там буянить. Есть контакт. Карточку на толкателя мы получили. Так, грифончик полетел. Ну, короче, одним словом, ребят, здесь мы победили. Шансов у него здесь, конечно же, на победу не было. Даже толкатель ему здесь не помог. Молотильщик, ё-моё. Так пора бы запомнить уже, если территория роботов, то молотильщик обязательно будет присутствовать. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, у нас фехтовальщик, по-моему, будет круче, да? По-моему, круче, да, ребят. Он справляется. Да чтоб тебя, ты... Фехтовальщик, давай выходи. Так, джаггернаут. Полетел, полетел, полетел. Ну, толкатель опять. А мы вот так сделаем. Он даже ничего не успел сделать. Так, заморозочка. Ну. Давай, давай, родные мои. Там осталось-то зароиться у него. Шиш да не шиша. Есть. Есть контакт, ребята. Есть контакт. Все. Слушай, по-моему, у нас, да, у нас на отрядах, есть еще энергия. Накопилась, ребятушки, одна энергия здесь. Так что готовимся. Угу. Я хочу, знаешь, что сделать? Блин. Ну да, в принципе, нормально будет, если мы возьмем с тобой Таракуша, правда, его могут откинуть. Это будет плохо. Да ну хорош. Серьезно, блин? Давай, 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 там, играй на гуслях, парень. Черт, подери. Не очень хорошая заходка, ребята. А, у ниндзя. Пробили. Ну. Давай так сделай. Куда там, блин? Снаряд мой полетел. Как меня этот бомбер-то уже бесит, а? Зашибись. Фаербол этот пока накопится, блин, тысячи лет пройдет, ребят. Ну. Вот так вот. Всех нахрапчиком. Блин, ну как вот так вот можно играть, а? Этот бомбер, блин, что творит? Издевается, что ли? Я не могу понять. Все, ребят, 30 секунд. Вряд ли мы тут, конечно. У него все юниты отталкивающие, с отталкивающим эффектом. Надо секунд. Да я не успею, ребят, здесь ничего сделать уже. Ну, ползун здесь вообще, ребят, не в тему. Вот в этом отряде и Таракоша, как он медленно ходит. Все, ребят, сфейлился я. Короче, я включаю ускорение, потому что в любом случае тут уже ничего нам не светит. Тяжело, конечно, блин, тут с роботами с этими. Да.
Смотри, что происходит. Нет, этот отряд явно не против роботов. Очень медленный, очень медленный. Ну что, друзья мои, походу мы всех отыграли. Значит, будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.